Вот идут канавки. Ты говорила. Вот. В деревьях. Вот. Продолжаем осмотр. Вот здесь ремонт идет. Останавливать. Вот церковная лавка тоже сделана для колясочников. Ну, как, где могут, они делать. Я думаю, везде все сделают постепенно. Здесь вот фонтан. Большое здание храма. Мы в нем были. Здесь строится. Сегодня не праздник, сегодня мы рано приехали, то есть нам повезло. Народу немного. Ну, святоши оговорили, правда, что в храме снимать нельзя. То есть им это самое важное для них, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не сфотографировал. То есть насколько это вообще важно. Но они считают, что без этого никак. Ну, бог с ним. Вот начало святой коровки. Сейчас. Коновка очень долго продолжается, здесь достаточно, здесь могилы даже святых, наверное, то есть на похороненных территориях. Далеко, далеко. Здесь вот территория, здесь, ну не знаю, может быть что-то гостиница существенная для паломников. Здесь строится храм вот из дерева. Здесь тоже все высажено, газончики, все очень культурно. Здесь вот стройка идет. Это уже конец канавки. Конечно, огромная, то есть она по всему, по практически по всей территории идет, то есть отец ходил достойным уважением, долго тут, не знаю, с полкилометра, наверное, меньше. Люди идут босиком, вот, то есть некоторые, кто-то как мы, обычно, вот, а кто-то босиком. Вот конец святой канавки. Вот она оттуда. Ну, то есть мы пришли кругом. Здесь она начинается, вон там. Здесь заканчивается. Вот в этой церквушке дают сухари, которые жевал сам Серафим Саровский. Ну, такие же имеются в виду. Маленькие такие сухарики засушенные. Ну, идем уже на выход, наверное. А здесь вот территория здесь. Только для сестер Дивеевского монастыря написано. Ну, здесь, ну, такой палисадник. Здесь захоронение, ну, как я понимаю, церковное кладбище. Все здесь вот похоронено. Те, кто, ну, я не знаю, кто, наверное, эти святые яйца. Да, название, ну, имена, там, когда родил, когда умер. Красиво. Здесь тоже могила.
отцов, которые здесь жили, служили Богу. Вот они здесь. Вот мы оттуда ушли. Ну, как бы уже конец пути, наверное. Вот там берут масло. Какие-то нужные вещи. Вот здесь вот. Сейчас проверим, поближе.